Пакский филиал Ассоциации поддержки детей и семей Узбекистана. Вам слово. Уважаемые участники конференции, меня зовут Шолпан Асанова. Я представляю Ассоциацию поддержки детей и семей Республики Каракалпакстан, Узбекистан. Значительное преобразование и развитие Института демократического общества на политические карты мира не позволяет уже придерживаться устаревших правил и принципов развития государственной и обуславливает принятие качественно новых эффективных мер по формированию нового, соответствующим мировым стандартам внутреннего законодательства. В Узбекистане происходят на сегодняшний день коренные перемены в правовой, экономической, общественной и политической жизни в соответствии с принципами международного права и нормами международных договоров. В связи с этим, в рамках реализации концепции совершенствования нормотворческой деятельности в стране произошли изменения в уголовном, административном, хозяйственном законодательстве, системе нормотворческой деятельности судебных органов, других сферах жизнедеятельности. Обеспечены раздельные полномочия между правоохранительными органами и судебной властью, которая является независимой от любых государственных органов, общественных объединений и иных институтов и подчиняется только национальному законодательству и нормам международного права. На этом фоне возникла необходимость приведения основного закона страны Конституции в современный формат, который отвечает действующим реалиям, направленный на развитие предпринимательства, социальную защиту граждан, поддержку семей, которые попали в трудные жизненные ситуации, детей и женщин, лиц, нуждающихся в постоянной помощи, а также четкое определение прав и свободы человека. Учитывая, что Узбекистан активно реализует демократическое правотворчество, то есть непосредственное участие граждан в формировании законодательной базы, которая регламентирует основополагающие аспекты жизнедеятельности, в стране начаты конституционные реформы, которые направлены в первую очередь на социально-экономическое развитие. И таким образом решение о внесении поправок в Конституцию – это требование времени для дальнейшего продвижения планируемых позитивных реформ, принято на основе всенародного референдума, а сами изменения массово были опубликованы для предоставления предложений обществам. Проектом было предусмотрено внесение изменений в главу Конституцию, отражающую взаимоотношения Республики Узбекистан с Республикой Каракалпакстан, которые входят в ее состав. Предусматривалось дальнейшее развитие Каракалпакстана путем оказания донорской поддержки в сфере предпринимательства, промышленности и разрешения аральского кризиса. Несмотря на это, в интернете и социальных сетях сразу же появились статьи и публикации, которые искажали процедуру проведения референдума. То есть до части населения была доведена ложная информация, что проект уже является окончательным, и Каракалпакстан лишается национального суверенитета, то есть прав на язык, культуру, конституцию и других атрибутов самостоятельности в рамках Узбекистана, что, конечно же, является ложью. Завершайте, пожалуйста. Неправильное донесение и толкование процедуры обсуждения проекта Конституции привело к бурным обсуждениям в социальных сетях и замедленной реакции властей, что привело к волнениям в форме митингов. Только после вмешательства руководителя страны ситуация стабилизировалась. Прошу прощения, завершайте. И удалось избежать более тяжких последствий, то есть мародерство, порчу личного имущества и безопасности граждан. И я еще хочу сказать, здесь была создана независимая парламентская комиссия, и также там в составе, кроме депутатов, прошу прощения, следующий выступающий. Международные представители международно независимых организаций. Спасибо. Thank you very much. Каракалпакский государственный университет, вам слово. Пулат Реймов, Каракалпакский университет. Исследователь, позвольте поблагодарить организаторов за приглашение и возможность выступить в столь высоком собрании, где в центре внимания находятся права и ценности человека. Я предыдущие два выступления, которые касались Каракалпакстана, мне позволяет или заставляет выходить за текст, который был мною подготовлен. В течение трех дней про Каракалпакстан
где произошли известные многим события, уделяется достаточное внимание, и было 3 выступления от одной организации, которая называется «Каракалпакстан Ньюс». Я хотел ответить высокому собранию о том, что зачастую та информация, которая предоставляется о 10 тысячах заключенных или сотнях убитых, не всегда верна. Я живу в Каракалпакстане, я был во время этих событий в Нукусе, и хотелось бы, чтобы в ходе платформы обсуждения этого собрания, ну, как-то мы пришли к тому, как, через какое-то время, правильному пониманию той ситуации, которая сложилась. Да, сложились, были попытки нарушения конституционного строя, были попытки изменения конституционного строя, были попытки недопонимания со стороны митингующих в том смысле, что доведена была определенная информация, которая не соответствовала обсуждению реформ конституционных, которые требуют время, потому что Узбекистан строит демократическое государство, и изменения, они необходимы, потому что темпы демократизации общества требовали этого. Хочу сказать, что такие рассуждения, как геноцид или этноцид, не совсем соответствуют действительности, и нужно дойти до, мы должны дойти до нормального решения данного вопроса. Узбекистан получил определенные уроки из этой ситуации. Вчера пытались связать эти события с андижанскими событиями. Пожалуйста, сосредоточьтесь на теме. Скажу следующее. Резюмируя изложенное, хочу добавить, что без сомнения в любом обществе права и свобода человека должны быть превыше всего, для чего в нашей стране предпринимаются и в дальнейшем будут реализовываться позитивные преобразования не только в судебно-правовой системе, но и во всех сферах гражданского истинно-демократического общества. Узбекистан готов к сотрудничеству со всеми силами в этом направлении и в ОБСЕ в том числе. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Итак, следующий в моем списке – это Республиканский социальный информационный центр Истикболе Авлол. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, участники конференции, организаторы. Меня зовут Шариф Исламбек, я являюсь директором Каракалпакского отделения Республиканского социального информационного центра Истикболе Авлол. Я бы хотел бы сегодня сказать о правовых реформах в Узбекистане, который мы ощутили в процессе реализации проекта. Узбекистан осуществляет построение демократического правового государства, обеспечивающее соблюдение прав и свобод человека, интеграцию в мировое сообщество. При этом демократический путь развития Узбекистана опирается не только на мировой опыт, но и социально-политической и духовной традиции народов страны. Узбекистан идет на пути строительства не просто демократического, а справедливого демократического общества. Для построения справедливого общества прежде всего необходимо создать условия, при которых личности будут предоставлены равные возможности реализовать свои способности. Указом президента Республики Узбекистан определены стратегии действия по 5 приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и стратегия развития нового Узбекистана в 2022-2026 годах, который предусматривает обеспечение верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы, превращение принципов справедливости и верховенства закона в основополагающие и необходимые условия развития страны. В рамках исполнения указанных программ осуществлены существенные реформы в демократической, правотворческой и судебно-правовых системах, направленные на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантии надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствование административного, уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства, повышение эффективности системы противодействия преступности и профилактики правонарушений, оказание юридической помощи и правовых услуг. В ходе реформы усилены квалифицированные требования к кандидатам в судьи, определен срок их полномочия, что соответствует пункту 12 основных принципов независимости судебных органов ООН от 29 ноября 1985 года,
где судьи имеют гарантированный срок полномочий. В Узбекистане последовательно развиваются правовые механизмы, направленные на всестороннюю защиту судей и их неприкосновенность. Установлена ответственность за вмешательство в их деятельность судей по отправлению правосудия. К настоящему времени уголовное и уголовно-процессуальное законодательство претерпело значительные положительные изменения, направленные на имплементацию передовых международных стандартов с целью, безусловно, обеспечения прав и свобод граждан, привлекаемых к участию в уголовных процессах. Так осуществлена либерализация уголовного законодательства и декриминализация отдельных преступлений. Разрешен перечень наказаний, не связанных с лишением свободы. В результате внедрения принципа «один суд, одна инстанция» за короткий период улучшилось качество рассмотрения дел и повысилось доверие граждан к судам. Sir, значительно увеличилось количество... Пожалуйста, заканчивайте. Приговоров. Большое спасибо. Большое спасибо. Здравствуйте, дамы и господа, все участники конференции. В виде исключения я попрошу у модератора и всех участников почтить память минутной молчания невинно убитых граждан Казахстана в начале января 22 года. Также прошу почтить память... Sir, if you could introduce yourself before opening your statement. Меня зовут Карлибай Бекмурат. Из Казахстана. Также прошу почтить память невинно убитых граждан Украины, начиная с февраля, и которая продолжается и сейчас. Еще попрошу почтить память каракалпаков, вышедших на мирный митинг 1 и 2 июля 2022 года, которые вышли защитить суверенитет Республики Каракалпакстана от покушения оккупационным узбекским и кукольным каракалпакским правительствами на законное право Каракалпакстана на отделение из состава Узбекистана, где мирный народ вышел на протестные митинги без оружия и только держа в руках лишь флаги Каракалпакстана. За этот мирный митинг каракалпаки были жестоко расстреляны, подвержены средневековой отпрешнине, пыткам и убийствам без суда и следствия со стороны военных палачей Узбекистана. Прошу включить таймер на одну минуту молчания. Эту минуту вычтите из положенного мне времени. Спасибо всем за внимание. If you can resume your speech and if I can kindly ask you to keep to the topic of the session. Thank you. Прошу вас вспомнить, как весь мир был свидетелем кровавого подавления мирных протестов в Каракалпакстане. Как вам известно, по моему вчерашнему докладу, покушение на конституционную власть Узбекистан обвиняются все митинговавшие. Им инкриминируются сфабрикованные уголовные дела и большие сроки наказания. Лидером протеста был известный правозащитник, адвокат, журналист Тажимуратов Давлетмурат. Вечером 1 июля 2022 года на аэропорт города Нукуса прилетел военный самолет частной военной компании «Вагнер» из России. В ночь с 1 на 2 июля
по личному указу президента Узбекистана наемники были замечены за захват дома Тажимуратова. Во время задержания Тажимуратова его дом охраняли около 100 мирных протестующих. Из них около 30 человек расстреляны и убиты, остальные пропали без вести. До сегодняшнего дня неизвестна судьба Тажимуратова и охранявших его лиц. Неизвестна судьба независимой журналистки Лалахан Каллыхановой и правозащитника Азамата Турданова. Они были публичные люди, а сколько других активистов и рядовых участников, вышедших на митинги, находятся под арестом и которых будут судить по сфабрикованными обвинениями. Просто перечислять нет времени, потому что арестованных свыше десятки тысяч. Власти Узбекистана скрывают все данные о гражданах Каракалпакстана. Созданная узбекская правительственная комиссия разве может быть независимой, если не допустили ни одного иностранного журналиста и ни одного правозащитника из известных организаций? Эта комиссия Узбекистана скрывает истинное количество убитых, раненых, незаконно удерживаемых и пропавших без вести граждан Республики Каракалпакстан. Эта опричнина узбекских властей продолжается и по сей день. Напомним, что с 13 сентября были задержаны Кошкарбай Торимуратов, Жангелди Жаксымбетов и Раиса Худайбергенова. И вчера была арестована Зивар Мирмамбетова. По всем задержанным санкции на арест поступили со стороны МВД Республики Узбекистан. В задержаниях на территории Казахстана также участвовали органы Республики Узбекистана. Это связано прямо с конференцией ОБСЕ, потому что они получили сюда приглашение. Мы, каракалпаки, просим членов стран ОБСЕ остановить геноцид и этноцид, проводимый правительством Республики Узбекистан над каракалпаками. Спасибо.